И что ж, дорогие друзья, всем привет, с нами снова я, Овен Михай, со мной сегодня играет... И я, Максимус, всем привет! Да... Ребята, сегодня мы будем играть в игру под названием Toilet Double Defense. Да, ребят, это уже новогоднее обновление, оно уже вышло сегодня. Какой сегодня? Оно вышло 2 недели назад. Стой! Я сейчас подписчикам покажу моих юнитов. Ты про инвентарь говорил, то, что он сегодня выйдет? Ну, обновление, да. Йоу! А посмотрите, сколько у меня тут петов. Ну, этого я удалил. По приказу Максимуса. Ууу, кстати, ну, легендалка, смотрите, сколько у него тут просто петов. А ты геймакс, если ты есть, нажму акапт, и ты сейчас на тоже нажмешь акапт. Ой! Пошли. Стой, дай я их 2 монеты продаю, подожди. Их ком танцем. Их вернихт. Ком тринкем. Их вернихт. Да ну чё ты, иди сюда, я прыгаю. Ща иду, походи. Я АФК стоял. Так, ой-ой-ой. Подожду. Нажмай старт. Телепортинг. Тут такая большая заставка, капец. Просто камерамен уничтожает скибиди босса той вот. И у него лицо самое легендарное. Легендарное лицо. Так. Кстати, ребята, у меня осталась мышка в Роблоксе, прикиньте. Вообще трэш. На трэш. Так, опа. Шкибиди уже поехали. Так, давай за 150, я пока меня заспавню. Зачем ты его на эту сторону поставил, ладно? Ладно, давай на этой будет. Да нет, не надо уже. Я могу продать его и поставить его на другую сторону. Не надо. Ну уже как получилось, Соди. Да ладно, а у меня. Идет нападать на голод. Да? Вообще трэш. Наш, ага. Просто я кому джахат снял, я его джахам. Вы просто посмотрите, вот эти смолтоли, вот это какой-то... Трэш. Это смолтолит, это самый слабый, у него 100 хп. А, ребята, пишите в комментариях, а вы играете в Tower Defense? Если да, то напишите в комментарии, иначе я к вам прямо сейчас поеду к вам. А если нет, то поставьте лайк. А если и да, и нет, я знаю, что это невозможно, то подпишитесь. Миша! Чтоб было больше лайков. Да ладно, шучу. Выберу интеллектуальный комментарий, и уйдите с этого видео лучше. Да?
Это видео соберет миллионы просмотров. В скобочках нет. Гиппи, особо это интеллектуальные комментаторы. Иди, уйдите с этого видео уже. Прокачивай этого, какой? Прокачивай вот этого оленя. Вот этого оленя прокачивай. Пожили и хватит. Прокачал. Все. Кстати, Макс, я заспавню этого. Я не Сигма. Ребята, не пишите, он еще не умеет играть. Да, потому что это, ну, я только сегодня зашел, но у меня откуда-то випка взялась. Я, конечно, не понимаю, почему. Зато я понимаю, я ее тебе создал. Откачни этого, так вот конечно, этого. Так, может быть, лучше этого спайдера закачнуть? Качай этого! Окей, на максимум. Ой-ой-ой, он теперь в секунду 1200 хп сносит. Мой столько меньше, чем за секунду сносит. Круто, Сигма. Сигма! Сигма бой. На встречу к ним получился слишком грустный шоурик. Ван, не нужен нам АП. Я не хочу себе. Сейчас я качну диджей. Я хочу сейчас этого паука качнуть. Ну не будешь же паучка. Не будешь же он постоять самым слабым. Маму на данный момент тут мой самый сильный. Но скоро у нас будет тоже одинаково, но это не скоро. Но надеюсь, когда ты поиграешь 2 месяца, тогда у тебя будет такое же, что и у меня. Может даже и лучше. Так. А может даже и быстрее. Только что ты ж в это не месяц, столько со мной. Через 3, через 4, через 5, через 6, через 7. Стой, Миша. Ну ты ж не только со мной в это играй, ты и сам в это играй. Окей. Тоже. Просто если ты будешь посмотреть, это будет очень-очень долго. Ой, куда? Я не понял. Пупсик, ты где? А качни оленя. Олень. Просто лень. И еще раз. Качни еще раз, красавчик. Ребят, вы посмотрите, как нам басаманы капают. Это просто трэш. Как нам басаманы... Не нужны нам АП. А тут этот прошел. Куда? Куда? Вакуум туалет. А хотя вон, Макс, может даже 5, я и так это сделаю писком. Макс, можешь 5, потому что я это и так писком сделаю. Тогда не буду. А ты в курсе, что я сказал? Так нет, смотри, когда ты будешь 5, этого не будет слышно на видео. Нет, ты знаешь, что ты сейчас сказал? Это слово не через А, через Пупсик, ты куда? Эх, давай за 500 по приколу поставим. Что? А, ну ладно. Короче, он поспам. О, ребята, кстати, это самый лучший пэт, который есть у Максимуса. О, привет! Да? Ну, да. У него их несколько даже. Ну, этот у меня один, а Глича 2. Я понял. Да вот. А сколько стоит? Сколько этот стоит, который самый большой тут? Сколько его стоит поставить? Нет, сколько он стоит именно? В гемах?
Не в гемах, а просто в деньгах. Нет, в евро? Сколько стоит его просто заспавнить этого гиганта? 1000 баксов. Всего лишь-то? Да. А вся его прокачка стоит 25 тысяч. Не-не-не-не-не-не, ну ладно, ну до свидания, я лучше сюда пойду, буду охранять тут. Нет! Так ты неправильно встал, ты неправильно встал. Вот так надо, все, теперь они не пройдут. Все, теперь они точно не пройдут. Эти типа сигмы себя... А смотри, кто у меня еще есть, смотри, кто у меня еще есть. Смотри. Иди сюда, иди я сюда. Я вижу. Ща. Алды поймут. Да. Алды поймут, те, кто смотрит шкипти туалет, поймут. Да. Кто смотрел игру Кальмара, поймет. Укуляку тебе смена. Кокуляку теперь холла. Максим, ты сейчас можешь апгрейднуть этого телемона, тебе этого. Его следующий апгрейд 15 тысяч стоит, капец. И как нам так быстро, и как нам так много копить, как? А что ты никого не ставишь, у тебя 25 тысяч. Да я спалил. Пупсик. Пупсик, ты куда? Ладно, я этого дебильчика уберу. Какого? Нет. Капец, как у меня даже подвагивает. Очень чуть-чуть, Макс. Сейчас у меня не подвагивает, и у меня стоит средняя графика. А у меня минимальная графика, и у меня подвагивает. А у меня средняя, у меня вообще ничего не лагает. Ну, ты на видео посмотришь, как у меня постоянно лагает. Есть телефон, ребята, Ира, если что. У него нету ПК. У него есть, конечно, ноутбук, но он для учебы. Ага. Очень жаль. Ну, бывает, я там ютубчик смотрю. Перед сном, да? Ну, когда почти хочу. Когда хочешь? Ну, не прям когда хочешь, но так бывает. Короче, я шкибиди туалет, я пошел атаковать голод. Пам! Типа атаковал голод и все, и смерть. Нажимай play again, такую зеленую кнопочку, да. Короче, ребят, это будет последний раунд, и мы пойдем с ним записывать того, кто... Нет, еще два! Нет, это последний. Ну, это последний, ты показываешь, как ты открываешь боксики. Ну, короче, так, а персонажи. Кинь Денис. Короче. Ставь кого-то вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. Кого именно? Так, кого хочешь. Фейерверка за 100, за 100. Окей. Отойди, отойди, отойди. Да, я отошел. Спасибо. Я видео записываю ночью в 10. У нас какая... Спасибо, 10. Сейчас 21:57. У нас тут какая-то дичь на улице. У нас нет. У нас норм. У нас просто темно. А у меня чисто как будто бы какие-то взрывы. Понятно. Могу вам рассказать,
какие у нас были фейерверки 1 июля? Кстати, сделай, встань там, где я, сделай самое большое лицо и смотри вверх. И будет кажется, что это типа штаны. Да? Нет, я не понял как. Короче, ребят, хотите мы вам с Максимом расскажем, какие у нас были хлопушки 23 декабря 23.59? 23 декабря. 31. А. 23.59. Да потому что Новый год, мы тут чуть не оглохли. Ну, считай, оглохли, да. Ну, считай, оглохли, но и... Короче, у нас были такие хлопушки. Ребята, смотри, видишь, мне сейчас на своей стороне расскажу. Кто-то прям под, перед нашим домом запустил просто громадный фейерверк. Я такой лежу перед окном, я просто бабахает. Я чуть не переворачиваю стол, планшет, короче, падает. У меня... А я даже запустил дециметр, и там, знаешь, как показала? Знаете, сколько? Как? 86 децибелов. Децибелов, да. И как там это называется? Децибелов. И это... И так оглох, капец. Ну я аж упал. Ты уже понял, как я оглох, что я аж упал. А на сколько О, ты получил новогодний сундук, да? У тебя такая надпись появилась. Your Year 2023 Quaid. Чего? Да-да-да, у тебя в инвентаре появился сундучок. Ну, а мы его откроем, но чуть-чуть позже. Да, ребят, не обращайте внимания. В конце видео. И тебе чисто выпадает самый резкий... персонажу в игре. А ты мне его отдашь? Да. Мне интересно, что за этой картой находится. Ой. Ну не за картой. А вот сделай самое большое лицо и стань там, где я. А нет, что-то не работает. Ну подожди. А вот все, встань вот так, как я, сделай самое большое лицо, и как-то вот так программно мотай, у тебя получится посмотреть, что за картой. А что там было за картой? Просто серая пустота. Прокачивай своего фейерверка, что ты пердишь? Молодец. Так, еще давай за 500 заспавню. А тоже его поамгвежу. Почти до максимума. В смысле почти? А, да. Ну все, теперь... Ну, этот раунд не похож на прежний, да? Почему? Потому что тут были такие тиви-вумены, тут было столько прям монстров, то что аж... Да? Угу. Смотри, ты мне в лицо, пупсик. Пупсик. Так. Смотри, ты мне в лицо. Ой, это что сделал? Это мы вырежем. Да ладно. Да, это, вырежем. Это мы просто очень близко к лицу приблизились. Это мы обнялись. Обнялись. Как в Real Life. На фоток у нас нет. Обнялись и обнялись. Учим русский язык с Максимом и Мишей. Обнялись. А фиг его знает, как правильно. Это был наш урок. Гениально. А ты где? Найди. Это у нас еще догонялки? Играем в догонялки, да. Нина,
гонишь, не да, гонишь. Я тебя обманул. Догнал! Я тебя догнал, давай догоняй меня. Не было, давай сейчас повтор посмотрим. Давай. Нормальная доп. Видел, Максим? Ты меня не догнал. Я тебя догнал, ты это специально делаешь, Миша, так. Так там сидел... Вот на видео увидишь, как ты меня типа догнал. Всё, а вот сейчас догнал. Ну вот сейчас да. Да, так. Догоняй. Догнал. Нет, не было. Да ладно. Ты вообще был на расстоянии 1 миллиард километров. Может, я у тебя залагал? Нет. Да, ты меня не догнал. Ладно, я шучу. А вот ты догонишь. Я не догонял, я просто бегаю. Итак, ребят, я еще не момент, что я кушаю прямо на видео. Бывает. У всех такое бывает. А ну бы догони меня, я буду вот так бегать, догоняй меня. Нет. Ну вот смотри, как я бегаю. Ну, смотри, как я буду... Заскамил. Да ладно. А ты где? Я спрятался. Генимиссимус. Да-да. Моя мама включила мое новое видео про икса. Сейчас, наверное, коммент еще напишут. 100%. Not на урая. А мать вора на урая. Пятый канал под названием Максимус. Сейчас вот вам появится подсказка сверху, то что на канал Максимус. Подпишитесь, и Максимус будет с вами благодарен. Если не подпишитесь, то я приду за вами. Ну и на меня. Быстро ну, да. Подписывайся на нас. Мы чисто до какое место снимаем. Они проходят. Не понял. Ну и... А как ты закрутишься? Это не так работает. Это чисто мышка, надо очень быстро двигать. Вот так? У тебя это не работает, Макс. Это только с ПК можно. Да. Так у меня 40 тысяч, а что я сижу, пижу такой? Сколько у тебя денег? А что ты никого не ставишь, микротелек? Я экономил, чтобы больше сразу заспавнить. Это так не работает. Когда есть деньги, сразу ставь. Это выгодный гениус. Ой-ой-ой. Ну это теперь не похоже. Теперь это чуть-чуть больше не похоже на прежний раунд. Ну да. Вот, смотрите, обзор на этих чуваков. У них на голове они спят! Боже мой! Ага. Тут только один не спит. Не понял. Нажимай лобби. И сейчас мы пойдем открывать сундуки и будем заканчивать. А, я буду снимать новый видосик. Того в хелл. Только давай про легкий Tower of Hell. Давай по легкий. Я сейчас тоже, кстати, пойду открывать сундучки. Я могу 10 сундуков открыть.
На хоть 20. Ну, у меня только 900 монет. А я могу тут открыть это. Ну, блин. 4, да, 4. 6 монет не хватило до 5, до 500. Ну и чё ты? Просто так? А. Спасибо. Можем пожалуйста. Просто тогда вот это. Не за что. Так, ладно, открываем первый сундучок. Так, камерамен. Так. Камерамен, камеравумен. Кстати, это прикольный персонаж. Камеравумен. Вы вот как только я сказал прикольный персонаж. О, мне ТВ-мен выпал. Нормально. Ну вот смотри, какой ТВ-мен. А где этот? А, так мне этот выпал, смотри. Вот и он у меня уже есть. Ладно. Ну и что, ребят, будем уже заканчивать видео. Так что, кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был я, Оля Миха, и... Максимус, братики, всем пока!